Как сбросить уровень чернил на принтерах Epson L-серии? Инструкция подходит для большинства принтеров и МФУ из серии L «Фабрика печати». Полный список поддерживаемых моделей указан в описании видео. Для сброса ошибки памперса вам нужно перейти на сайт InkSystem и скачать программу InkChip VIC, а также приобрести код сброса. Код придет на вашу электронную почту. Если вы хотите, чтобы ошибку устранил наш специалист в удаленном режиме, нажмите галочку «Удаленного сброса памперса». Чтобы решить проблему самостоятельно, подключите ваш принтер к компьютеру через USB-кабель. Запустите программу InkChip VIC. Нажмите «Счетчик отработки», выберите свою модель, нажмите «Обнуление счетчика», введите код сброса и «Ок». Счетчик абсорбера успешно обнулен. Теперь вам нужно перезапустить устройство. Не забывайте периодически проверять наполненность вашего абсорбера. InkChip VIC помогает сбросить электронную ошибку памперса и возобновить печать. Однако же, за физическим уровнем отработанных чернил вам нужно следить самостоятельно. Мы делаем цветную печать доступной каждому. Приятной печати!